Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Морозова, и вы со мной на моем канале ЭКЛП Хотомская. Сегодня у нас пасмурный день. Прохладно, но спасибо, хоть с неба не льет, ничего и не сыпется. Вчера вообще целый день все это заливало. Было очень грустно. А сегодня хоть и прохладно, но хотя бы сухо. Таська, скажи, а мне вообще все по барабану. Я на сене сижу, мне и тепло, и хорошо. Еще бы гладили почаще, так вообще красота была бы, да? Моя хорошая девочка моя. Ну, сиди, спи тогда. Тут бык выглядывает в окошко. Все, скоро заделывать будем все дыры, все щели. Все, братец, зима скоро, уже так нос не повысовываешь. А мне сейчас надо идти убирать кур. Я вот мешка уголочек срезала, сейчас курицу запихаю туда, чтобы только голова торчала. И вот когда я голову отрубаю, чтобы крыльями не махала, чтобы сама себя не повредила, чтобы товар на вид тушки был хороший. Ну, сам процесс я вам показывать не буду. Ну, так поймете. Вот, друзья, я приехала на лифте, привезла трех куриц, молоко и салат. Выпускай меня. Клиентам. Вот такая тут собачка. Собачка, как тебя зовут? Гоша. 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 Собака. Ну, нет. Собака. Между прочим, это породистая собака. Австралийский хиллер. Пастушья собака австралийская. Происходит от дикой собаки динго. Какие симпатичные собаки. Бумажка интересно грызть, да? Что, я тебя можно погладить? А, какая интересная шерсть у тебя. Ну да, у него интересная. Мне мешали-мешали. Новая достаточно порода. Мешали-мешали, намешали. Там у него, значит, динго сначала свели они с бордер-колли. Знаете, такие средненькие? Потом они добавили туда бультерьера. И добавили туда этого далматинца. И получилась вот такая вот штука. Вот такая, очень выносливая. Они пасут овец. Очень такие. Все, освободилась я с пустой корзинкой. То мы были с вами на 17 этаже. Угостили меня здесь грибом чайным. Сейчас домой приеду. Буду. Вот такой шикарный лифт. Такой лифт огромный. Корову можно запихать сюда. Видеонаблюдение здесь есть. Вот такой вот микрорайон новый, Радонежский. В городе Томске построили. Я не успел глазом моргнуть. Раньше здесь был частный сектор. А сейчас вот это 17-этажный домина. Да. Жалко, засвечивает фонарь. Березки такие симпатичные. Ну ладно, ребят, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Всем всего доброго. До скорых встреч. Продолжение следует.